Дан курго да холат, дал газарта оротхинам. Ороха тара олгор, огнум бушне ерулнам. Оран Шулык или конкурс выразительного чтения. В этот раз посвятили Гунге Чимитову, одного из легендарных авторов бурятской плеяды поэтов. Впервые знаменитые басни Крылова про ворону и лису и других знакомых персонажей зазвучали на бурятском именно после переводов Чимитова. В этом году, в честь 95-летия со дня рождения поэта, детям дали задание рассказать наизусть именно басни. Пятиклассница Ира поделилась секретом быстрого заучивания. Шулык сыр заходит, дурвин строчка да птаже бегает, потом уро проверяет, уро потом дальше дурва строчка в сыр заходит. Халтат габал кулзы же, халдахар балам хуринам ха, хотане олам бабушу, халур я бадат балам. Кроме того, ребята подготовили и стихи авторского сочинения самых близких – маме и бабушке. Аяна Дугарова признается, сочинять на бурятском никогда не приходилось, но к конкурсу попробовала. Мені ата бархир хада, әжім не ереті вірдік, таладық. Тегет бі бархир хағыны тұқыя. На конкурсе стихи и басни не только читали, но и иллюстрировали. А еще рассказывали прозу, представляли журналистские материалы и цифровую графику. В Улан-Удэ съехались ребята из Забайкальского края и Иркутской области. Всего в мероприятии приняли участие более 140 учеников и студентов и свыше 65 педагогов бурятского языка. Почти 50 детей награждены разными призами и дипломами. Баирма Родная, Николай Доубаев, телеканал АТВ.